Республики Беларусь и России. Thank you.
Внимание, уважаемые зрители, мяч в ворота сборной команды Республики Беларусь. Забил Зелимхан Бакаев, номер 18. Итак, дорогие друзья, матч завершен со счетом 7-0. Победила сборная команда России. Мы поздравляем нашу команду с победой. Вас, дорогие друзья, мы благодарим за посещение матча. Надеемся, что матч вам понравился. И ждем вас снова на матчах молодежной сборной команды России. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!